Возможностей для развития успешного бизнеса много. Иногда деньги лежат прямо под ногами. Ишимские предприниматели сделали ставку на выращивание ячменя определенного сорта. И теперь урожай у них выкупают еще до того, как семена упадут в землю. В чем секрет, узнала Инна Михайловская. Время к обеду, а машины только начинают движение к полю. И так почти каждый день. Причина – зерно мокрое от росы. Для уборки не подходит. Тормозят работу и осадки. Дождь сбрызнул, стоим, ждем. Поддуло, поехали. Как-то так вот. А ночью не работаете? Ну, допоздна так-то бывает. Все силы брошены на уборку пивоваренного ячменя. Хозяйство Опеновское, единственное в области, занимается этим сортом. Урожай уходит на омское предприятие. Там из тюменского ячменя получают солод, который пойдет на производство известных марок пенного напитка. Причем контракт на поставку ячменя заключают еще весной. Сельхозпроизводителям это дает уверенность и обеспечивает стабильность. Известная, скажем так, цена и объемы, которые у нас купит заказчик, нам они уже известны весной, и мы можем спокойно планировать свой бюджет, расходы под непосредственно выращивание этого ячменя, ну и другие какие-то затраты. Урожай в этом году хороший, с гектара берут 35 центнеров. Внешний пивоваренный ячмень практически не отличается от других сортов этой культуры, но он требует особой технологии возделывания. Весной норма высева его значительно ниже. Во время сезона особый уход, и в результате урожайность пивоваренного ячменя выше, чем обычного. Отличается и подготовка к хранению. Сразу с поля каждая партия проходит исследование. В хозяйстве для этого оборудована лаборатория. От количества белка в зернах зависит класс культуры. От 9,5 до 12%. Ведь для различных сортов пенного напитка необходим определенный класс ячменя. Сразу смотрим белок, влажность, белок по классам, чтобы нам сформировать бурты. А-класс, Б-класс, С-класс. Потом сразу же мы проверяем крупность и ставим ее сюда на растение. Большая часть урожая уходит в дело, меньшая на семена. Под пивоваренный ячмень в Опеновском занято 5000 гектаров. Если партнеры сделают заказ, готовы сеять и больше. Инна Михайловская, Александр Изосимов, Тюменское время.